История войны, история страны, история каждого из нас, как единое целое. И слова, сказанные в адрес участников Великой Отечественной войны Олегом Хромовым, слова даже не руководителя, а скорее внука ветерана, полны искренней признательности и благодарности за нашу мирную жизнь. Мне хочется сказать вам слова истинной признательности и благодарности за то, что вы восстанавливали наше государство, нашу страну, создавали ту индустриальную мощь, которой мы сегодня гордимся и пользуемся все наше поколение в постсоветский период. Вы являетесь не просто нашими победителями, вы являетесь нашим флагом. Олег Хромов вручил каждому медаль 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Каждому пожал руку, сфотографировался на память. Память, прежде всего, значимую для нас, молодых. Сегодня они люди почтенного возраста, а в те лихие 40-е совсем юные, со своими мечтами и устремлениями. Одни, как Николай Николаевич Агафонов, прошли дороги войны, встретив победу вдалеке от родного дома. Другие, как Анна Михайловна Нехороших, сразу со школьной скамьи стали помогать фронту в тылу. Или как Лидия Ивановна Минайчева. Ей было всего 10 в 41-м, но после войны она, как и все, восстанавливала разрушенную страну, трудясь на заводе. Для меня победа была очень оригинальна, так сказать. Не 9-го закончилась война, а 13 мая. И мы прошли с боями от Будапешта до границы Венгрии, вступили в Австрию. Это была такая радость. И когда встречали, появлялся какой-то вот военный, шел нам навстречу, то все брали его и вот подкидывали все вверх. Вот было какое состояние у народа в этот момент, в момент, когда объявили, что кончилась война. В преддверии праздника мне хочется пожелать всем в честь 70-летия Великой Отечественной войны, всем участникам, всем труженикам тыла доброго здоровья и мира в душе. А праздник действительно удался. Вручение медали подытожило выступление народного дуэта «Тальяночка», который доставил ветеранам немало приятных минут. Вместе под гармонь исполнили старые любимые песни. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.